Детки, давайте пойдем на прогулку. А куда, папа, мы пойдем? Хогвартс, Гарри Поттер. Ой, ура, пойдем, пойдем, а то все этот запретный лес, да запретный лес. Нам тут скучно совсем, а там хоть можно чем-то развлечься с Гарри Поттером. Главное, дементором в лапы не попасться. Ой, да, это жуткие существа. Не попадемся, дементоры уже, по-моему, ушли из Хогвартса. Вроде да. Ну, пошли. Они думают, я позволю погулять. Как же? Они меня прогнали из Даины. Надо избавиться первым делом от этого тираннозавра. Тогда я стану хозяином. А потом уже избавлюсь от тиранозавра и дилофазавра. Ха-а-а. Так. Папа, папа, а как мы попадем в Хогвартс? Кажется, вот и он. Где? А, да, наверное. Осторожно, это дементоры. Где? Сзади. Странно, папа, откуда здесь взялись дементоры? Гарри, Гарри, скорей сюда, скорей! Экспекто патронум! О, привет, Гарри! Ты спас нас от дементоров! Я видел, кто это сделал. Что сделал? Это все Хилобатор-бат. Что он сделал? Он вызвал дементоров? Нет, он их раздразнил. Как это ему удалось? А так, во-во-во. А, понятно. Странный какой-то у тебя был патронус. Обычно это олень. Я тоже так думаю. Надо у Сириуса спросить. Надо, давай позовем Сириуса. Гай, милый, зачем ты ко мне пришел? Да вот только что сражался с дементорами в очередной раз, и почему-то мой патронус был не оленем, а спинозавром. Твой папа, Джеймс, мог превращаться еще в динозавра. Да? Ну, это был секрет для всех. Извини, Сириуса. Угу. Я об этом не знал. Ну что, Гарри, теперь ты понял, каким героем был твой отец? Да. Здравствуйте, уважаемый Сириус. Здравствуйте, уважаемый динозавр. Я тиранозавр. Очень приятно, я Сириус Блэк. А это ваши детки? Не родные, но все равно их люблю как родных. Конечно, мне тоже Гарри Поттер не родной, но мы с ним очень большие друзья и любим друг друга. И всегда друг другу помогаем. А хуже этот Бат. Что он вам сделал? Это Гарри все рассказал, это он нас дементоров не пустил. Раздразнил их. Это надо вот это раздразнить дементоров. Да, для этого нужно обладать большим мастерством. Ну ничего, долго такого не будет убегать. Дементоры всегда его найдут и высосут всю энергию из него. Это в книжке так написано, что у них такая способность. Это правда? Правда. Они чуть не сделали это со мной. Но я от них вовремя убежал. А вы не тот, случайно, Сириус Блэк, которого в Азкабане заключили? Ну, конечно. То есть хотели заключить. Я единственный человек, который смог убежать из Азкабана.
Ну, пора в запретный лес. Счастливого пути! Приходите еще! Всем до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!